В актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла коммуникационная сессия научно-технического центра «Газпромнефти». У нас проходит коммуникационная сессия вузов-партнеров «Газпромнефти», куда входит 11 вузов, в том числе и в 2021 году в Лигу вузов «Газпромнефти» вступил и Казанский федеральный университет. В рамках коммуникационной сессии состоялось представление функциональных трендов и направления развития бизнеса, блока, разведки и добычи «Газпромнефти», целевой операционной модели взаимодействия, системы оценки и рейтингования вузов-партнеров по компетенциям, практике и процессу сопровождения проектов. Это мероприятие второе по счету у «Газпромнефти», но самое масштабное. То есть до этого, я знаю, собиралось порядка 4 вузов, сейчас это все вузы и все департаменты «Газпромнефти НТЦ» и «Газпромнефти». Также напомним, что помимо этого на мероприятии были представлены сценарии коммерциализации технологии, развитие стартап-среды в вузах и опыт в этом направлении. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.